сказать, где мы есть? Пещеры Эскикермен. Эскикермен. Какой здесь какой-то город. Всем привет. Не. Находим средневековый храм. Ну, Ника, расскажи. Это, короче... Где ты находишься? Эскикермен. Вот храм, допустим. Там дальше храм средневековый. Пойдем. Это все тоже было вырублено монахами средневековыми. Пошли. Храм. Саввы освященного. А вот и первое, что написано. Проповедника. Сина. Ну, давай стой, буду фоткать. Ир, вот сейчас куда ты вот едешь? А там тупик вон. Тупик? Угу. Куда все пошли? Уже вниз, да? Ой, как солнце светит сильно. Давай. В конце 8 века первого монаха был иконопочитателем, и здесь, в Крымской Готе, появляется готская епархия. Соответственно, самая большая, многочисленная, а по числу византийских монахов, и самая, будем говорить, такая духовно обеспеченная во всем Крыму. Все остальные епархии были очень маленькие, фактически христианисты его круга, судак и его окрестности. Вот это были малюсенькие епархии такие. А готская была самой большой. И со временем, это уже 10-11 век, даже на Поволжье ее епископии, 5 епископий было. То есть назначали викарных епископов в Готской епархии. Даже там Хазарии Поволжье были. Воды, зерновых культур. Там наши какие емкости, тонна 800-2 тонны. Пришла зима, у нас такие две бочки с вином стоят. Ну, интересно, приезжали, оборудовали, все это сканировали, просвечивали, сказали, да, посвятительная надпись. Таким образом, кто-то здесь был когда-то погребен наверху из каких-то или старцев, или прозорливых каких-то монахов. Вот две такие посвятить надписи, о них остались. Ну, здесь была, естественно, уже катались. Также икона стояла. И, собственно, храм был тоже небольшой. Еще что здесь делали монахи? Это отмывали от плоти кости из плевших, умерших. Закон был такой. В гробнице вот видели в полу такие вырубли. Девочки. Слышишь? Да. Нет.
Давай, давай, аккуратненько. Иди вперед, убери телефон. Ну, Лид, расскажи. Давай сфоткаемся, мама, сфоткай. Так, Саки. Билеты, это же что-то на УАЗиках, где-то какими-то входными путями. Контроль, чтобы тоже продать, тоже денежки. Пойдем. Вовнутрь. А потом его вывели и поехали. Найдем, а потом когда он стал старик. Давай сфотографируемся. Мали 9-ю роту. Ну, сфоткай на надпись. Сфотографируй, пожалуйста. Сейчас. О, пацаны, тоже полезно тут подъехать. Только аккуратно, ладно, ребят? Вот и все, и здесь ты и останешься. Вон туда спустись вниз. Я с маленьким попробую. А можно мне тоже туда? Пойдем сюда, Саныч. Так, еще где? Чисто. Артем, какие-то гуки. Да, привет, кто там внутри? Иди сюда, Саня. Руку давай мне. Выбирай себе комнату.